Μόλις, α, αλόκο τον ταμάλα. Άδικο, Νεστή. Алексиус, вернулся. Я спешу, прости. Стой! Куда? Скоро приду. Встретимся у Аспасии. Как ты все-таки похожа на меня. Друзья, я знаю, вы злы. Любой был бы в ярости. Ведь есть те, кто прячется, вместо того, чтобы бороться с хаосом. Поймите, Перикл – больной человек. Это можно простить. Нельзя простить то, что он обрек наш великий город на забвение. Мы – жители Афин. Мы решаем споры демократическим путем. Но одних слов уже недостаточно. Пришло время действовать. Слава Афин гремела по всему миру. И что с ними стало? Вернем Афинам величие. Нас будут бояться. Не молчите, и я клянусь, теперь каждый голос будет услышан. Нежданная встреча. Что ты такое творишь? Ты же только разозлишь толпу. Я? Вовсе нет. Я верну Афинам величие. Все болит. Аспасия. О, Алексиус. Ты вновь вернулся в Афины. Но город мертв. Наш мир рушится у нас на глазах. Там шумно, как на поле брани. Кровь течет рекой. Народ жаждет смерти Перикла. Словно он должен знать, как справиться с этой бедой. Никто не готов к концу света. Нам нужно поговорить. Я узнал кое-что о маме. Имя, корабль. Алексиус, не время. Перикл умирает. В одиночестве. Он гонит прочь даже Гиппократа. Бормочет что-то о своем драгоценном Парфеноне. Перикл – сильный мужчина. Он должен одолеть недуг. Ты слышал толпу? Его не спасти. Он умрет бесславно. Афины знакомы с ним гораздо дольше, чем с чумой. Он лелеял их. Заслуги оправдают его. Периклу нужна помощь. Но он не пускает меня к себе. Он уважает тебя. Ты сходишь к нему? Возможно. Согласишься. И я найду время для разговора о Мирин. А пока что помоги ему. Попробую.
все тело болит. Свет мой. Я же сказал. Это Алексиос. Да. Входи. Как унизительно, что именно ты видишь меня таким. Ты впрямь не похож на себя. И чувствую себя так же. Вот лекарство. А, да. Я привык, что обычно их приносит Феба. Я хотя бы жив. Чего не скажешь о моем городе. Теперь это тень былого. Что ж, отныне здесь правит Клеон. Ему придется вдохнуть в город новую жизнь. Я хочу посмотреть на Афины. Выйдем на балкон. Все изменилось. Мне не хватит сил, чтобы взглянуть смерти в глаза. Ты поправишься, если покажешься Гиппократу. Нет, поздно. Болезнь не делает исключений. Боюсь, я подвел Афины. Свой народ. Аспасию. Нет, неправда. Ты добр. Но я проиграл. Аспасии нужна защита. И Афинам. Я думал, что пожертвовал Афине достаточно, но ошибся. Я должен быть там, на улицах. Тебя растерзают, Клеон не пытается успокоить толпу. К счастью, Клеон не увидит меня таким. Я благодарю богов за это. Больше не за что. Вини не богов. Вини мир, что встал с ног на голову. Судьба Афин решена. Остается только ждать. Ты должен вернуться и отдохнуть. Я должен быть в Парфеноне. Это мой великий дар Афинам. Нам нужна милость богов. Но Аспасия... Аспасия права. Обычно да. Но не в этот раз. Да. Я пойду внутрь. Спасибо, Алексиос. Скажи Аспасии, что я был послушен и выпил лекарство. Ладно. Перикл принял меня. Он покорно выпил лекарство. Спасибо. Что-то не так? Феба до сих пор не вернулась. Я видел ее в толпе. Куда она направилась? К Анастасиосу узнать насчет переправы. Как только Перикл поправится, мы покинем Афины. Выбора нет. Но она пропала. Бояться нечего. Аспасия, бушует чума. Ты ведь знаешь, она лишь дитя. Отдай Фебе должное. В ее годы я была беспомощнее. Перикл знает о культистах в Афинах. Это опасно. Правда? Я думала, он просто бредил. Я разыщу ее. Где живет Анастасиос? В доме напротив Адеона Перикла. Хайре. Боги, я не могу встать.
Вроде я на месте. О, боги! Что здесь произошло? Хорошо, что Фебы здесь нет. Надеюсь, она цела. Это резня. Предупреждение. Деймос, похоже, сдержала слово. Феба! Нет! Эй, нет! Феба! Стой! Я убью тебя и твою семью! Нет. Элла! Земля. Мать всего. Выслушай. Не Азо. Алексиос, все хорошо? Мне нужно увидеть Аспасию. Сперва найдем Перикла. Он пропал. Каиду, Перикла! Говори, где Аспасия? Алексиос! Прости, Феба. Аспасия ищет Перикла у Парфенона. Ступай туда. Думаю, стоит пойти с ним. Согласен, друг мой, согласен. Аспасия знала, что это опасно. Прости. Это несправедливо.
Вот ты где, Алексиус. Скорее, возможно, Перикл внутри. Что на тебя нашло? Феба мертва. Из-за тебя ты воспользовалась ей. Нет, я... Неправда. Она вызвалась сама. Клялась, что справится. Ты поверила ребенку? Ты ведь знаешь, Феба не приняла бы отказ. Я была бессильна. Бессильна? Ты отпустила ее, а ведь могла уберечь. Я попросила ее помочь защитить Перикла. Она жила ради других, Алексиус. Ради тебя. Это горе. Мне ее не хватает. Мне тоже, поверь. Но ты знаешь цену этой жизни. Знаю. Знала ли Феба? Аспасия, ты здесь? Вы нашли Перикла? Быть может, он внутри молится. Он не захотел оставаться на вилле. На горе все стало еще хуже. Это безумие. Поговорим потом. К делу. Перикл... Ну! Я собираюсь уничтожить все, что ты создал. Афины мои. Перикл! Не смей мне мешать. Все потеряно. Великий человек. И вряд ли мы осознаем, насколько. Нужно увести ее из Афин. Возьмем корабль. Надо уходить, иначе он погиб зря. Ладно. Нам нужно торопиться. За мной, мало ли что. Эй! Леон приказал никого не выпускать. И привести к нему Аспасию. Я не пойду. Прочь! Держи их!
Все в порядке. Идем. Мы остаемся, Алексиус. О чем ты? Мое место здесь. Я не могу оставить Афинин без врача. А Спасию ты защитишь сам. А нам оставь Афины. Ты видел, что стало с Периклом? Хочешь повторить его судьбу? Если несогласных не останется, люди не пойдут против Клеона. Я нужен им. Уверен? Я прожил жизнь как афинянин и умру как афинянин. Окажите мне услугу, вы оба. Конечно. Найдите тело Фебы. Похороните ее. Конечно, со всеми почестями. Спасибо. Нам пора, Алексиус. Я рассчитываю вновь увидеть вас, живых. Издали Афины кажутся такими спокойными, словно там царит мир. Но это лишь видимость. Мне так жаль Аспасия. Насчет Перикла и Афин. Не надо казнить себя. Это не твоя вина. Кажется, я подвел их всех. Никому не смог помочь. Наделал ошибок. Не думай так. Во всем виноват только культ космоса. А Феба? Нет, позволь мне. За Фебой приглядывала я. Нельзя было отпускать ее. Это моя ошибка. Нет, я хотел извиниться. Ты ни при чем. Прости. Еще одна смерть на совести культа. Перед смертью они будут молить о пощаде. Непременно. А пока нужно подумать о будущем. Ты знаешь, куда плыть? Я надеялся, ты поможешь мне. Конечно. Та женщина... Феникс. Песнь сирены и ее корабль. Феникс. Да, именно так. Я слышал, этот корабль стоит в порту острова Наксос. Что ж, плывем к Наксосу. Найдем Феникс. Видишь, вон тот вулкан? Еще бы не видеть. Говорят, что на его дне вход в подземный мир. Чтобы войти в него, нужно нырнуть? Именно так. Один храбрый аркадец решил так же. И что с ним случилось? Он не успел даже спуститься. Жар вулкана обратил его в пепел. Не все тайны стоит пытаться разгадать.
Я прощаю тебе убийство моих похитителей. Спасибо. Будь осторожнее, ладно? Я постараюсь. А ты пожелай мне удачи. Удачи. Столько дел и столько неизведанного впереди. Феникс можно найти на вилле в центре города. Там заключаются все важные сделки. Что ж, туда и пойду. Ты уже думал о том, что ей скажешь? Расспрошу о своем прошлом. У меня есть вопросы, на которые может ответить лишь она. О твоей семье? Эти тайны. Один важный мне человек сказал, она сможет все объяснить. Будь осторожнее. Почему это? Обдумай вопросы как следует. Знания о прошлом влияют на наше будущее. Скоро будем у Наксоса. Сколько было приключений? Да. И сколько еще будет впереди? Чем займешься? Перед отплытием надо сделать кое-какие дела. И повидаться друзей в городе. Похоже, у тебя на любом клочке суши найдутся друзья. Может и так. Таков уж мой род занятий. Кто знает, может, еще свидимся. Этот остров не так уж и велик. Все может быть. Ты так стремился найти Феникс, надеюсь, все это не зря. И я надеюсь.
Ты мне не нравишься. Меня не запугать. Собирайте людей и удвойте патрули. Никто не должен приплыть с Пароса незамеченным. Да, Архонт. Но Архонт, наемники. Церсис, я знаю, что тебя тревожит. Но важнее всего защитить город и каменоломни. Идите. Встреча окончена. Алексиус? Как? Я до сих пор вижу, как ты падаешь со скалы. Думала, что потеряла тебя. Кассандра жива. Они забрали его. Я училась жить заново. Понимаешь? И вдруг узнаю, что вы живы. Вы оба живы. Я нашел тебя. Твоя сестра. Ее надо вернуть. Уже поздно. Однажды я предала вас. Это не повторится. Что как ты... У меня столько вопросов. Не только у тебя, но спрашивай, попробую ответить. Расскажи о моем настоящем отце. Как ты узнал? Мне сказали. Николаус, вы виделись? Да, в Мегариде. Твой отец Николаус, он растил тебя. Пока не предпочел тебе спартанский долг. Он говорил о другом отце. Расскажи мне о нем. Я надеялась, что мне не придется открывать тебе правду, но если мы хотим остановить культ, ты должен знать все. О чем ты? Я была с ним до твоего от... Николауса. О нем давно нет вестей. В чем дело? В бухте высадились солдаты с Пароса. Их не больше десятка. Малака. Тимо, собирай людей. Продолжим потом, дитя. Я помогу. Надеюсь, ты умеешь драться? Намного лучше, чем в детстве. Что ж, идем. Кто на нас напал? Люди с острова Парус. Похоже, Силанос больше не желает делиться выручкой. Но сейчас? Парусцы нам вечно досаждают. Я ждала нападения, но не так скоро. Похоже, будет не до разговоров. Если представится шанс, союзники с радостью ударятся. Давай. Элла! На!
Лучшие цены в округе. И ты помогаешь Спарте после всего, что случилось? Парус заключил союз с Афинами, так что выбор был невелик. Ты нуждалась в ней. Соперничество это одно, но Парус превратил его в войну. Наксос не выстоял бы против натиска парусцев и Афинян. Правители этих островов давно враждуют. Раньше Парус и Андрос принадлежали нам. Да и мастера у нас куда лучше. А сейчас? Считают, что достойны большего. Богатым негде расправить крылья. Но мы подрежем им эти крылья. Они не знают, с кем связались. Ты похож на Николауса. И сражаешься так же бесстрашно и свирепо. Он был бы горд. Я помню, чему вы меня учили. Вы отличные наставники. Я хотела воспитать тебя бойцом. Так и вышло.
Что произошло в Арголиде после той ночи? Я нашла твою сестру и отнесла к Гиппократу, помощнику лекаря. Ты пропал. Я боялась потерять и ее. Я недавно говорил с ним. Он еще помнит ту ночь. Когда мне сказали, что Кассандра умерла, я едва не сошла с ума от горя. Вы были для меня всем. Тебя обманули. Она жива. Может, они поняли, что она особенная, и передали ее культу? Мы спасем ее, мама. Я верну ее. Однажды, вцепившись в жертву, культ ее не отпустит. Боюсь, твоя сестра обречена. Я ведь нашел тебя. Мы спасем ее. Вместе. Объясни, почему культ охотится на нашу семью. Есть много причин, дитя. Что мы им сделали? Теперь, когда мы вместе, лучше спросить, что мы можем сделать. Они боятся нас. Твои предки долгие века представляли угрозу для культа. Эти люди хотят нас убить, чтобы мы не помешали их замыслам. Если они нас так боятся, мы докажем, что на то есть причина. Многие пытались их остановить. Мы немногие, и у нас все получится. Знаю, ты покинула Спарту, но как ты попала сюда? После того, что сделал Николаус, я больше не могла там оставаться. Но почему здесь? Мне выпал шанс помочь этим людям, дать им что-то. Меня избрали правительницей острова, и я должна сберечь его от врагов. Ты столького достигла. Думаю, люди счастливы, что у них такой лидер. Было немало трудностей, но я горжусь тем, чего мы добились. Редко встретишь людей, подобных тебе. Давай продолжим наш разговор в более приятном месте. Едем же. Давай, давай! Здесь так красиво. Да, здесь прекрасные пляжи, не то что в Спарте. Спарта. Все, что я помню, это подножие горы Тайгет. Когда я отнесла тебя к Пифии, я не думала, что случится потом. Она сказала, ты особенный. Даже Пифия не может знать все. Ну, давай. Твой полководец быстро поднял тревогу. Он знает, Парус угрозы для нас. Это ясно нам всем. Шлют сюда солдат, куда уж яснее. А заключить союз? Мы пытались очень давно. Но теперь они считают нас своими врагами. Я помогу вам их одолеть. Обсудим это позже. Но думаю, ты прав. Давай. Вижу, храм строится, Евандрос. Не будет пожертвований, не будет храма. Солдатам не добыть средств. Они защищают храм от врагов, не дают его разрушить. Но я попробую помочь. Реконструкция – благое дело. Лигдамес заслуживает почитания. Мы не забудем его борьбу с продажными олигархами. Это урок всем нам. Я помогу достроить храм. Спасибо, Феникс. Что за странный день? Но хороший.
Бывало и хуже. Да уж. Ты вырос и полон сил. Но я чувствую бремя, что тяготеет над тобой. Теперь, когда мы вместе, мне легче. Хорошо. Но зачем же боги вновь решили свести нас? Они решили, что членам нашей семьи пора снова встретиться. Это значит, что мы должны разыскать Кассандру и вырвать ее из когтей культа. Они причинили нам столько боли. Из-за них страдают и другие люди. Покинув Спарту, я знала, на что иду. Теперь моя забота — жители Наксоса. Позволь тебе помочь. Мы защитим Наксос и вместе будем бороться с культом. Мирин, симпосий вот-вот начнется. О, боги. Прости, дитя, я забыла. Готовь лошадей, я уже выхожу. Симпосий? Нужно показать людям, что их лидер силен. Иногда приходится сохранять внешнее спокойствие, даже если внутри бушует хаос. Я помогу тебе в борьбе с культом, но сперва нужно убедиться, что Наксосу ничего не угрожает. Что нам делать? Вести войну с Парусом. Ослабим их позиции. И в нужный момент нанесем удар в уязвимое место. Что ты задумала? Вызовем флот Паруса на бой и уничтожим его. Но Юнеас, мой адмирал, пропал. Он уплыл на Парус, чтобы вести переговоры, но так и не вернулся. Не волнуйся, я его разыщу. Если понадоблюсь, я на симпосии, но... Если придешь, постарайся выглядеть не так воинственно. Thank you.